Команда специалистов предприятия «Зеленстрой» Сергей Веронин, Евгений Жеребятьев, Дмитрий Киселев, Надежда Дадабаева и Андрей Демчук работают на аллее роз. Высаживают деревья, озеленяют и украшают въезд в город. Красавица с редким названием «Келлерейтерия» отлично приживается в условиях климата Анапы. В рамках большой программы по озеленению города Анапы в данный момент сейчас производится посадка деревьев по улице Крестьянская. От улицы Северной до речки Анапки. Количество деревьев 67 штук, вот, породы келлерейтерия. Это дерево, в народе еще его называют мыльное дерево. Вот, цветет оно желтыми красивыми цветами, раскидистая ажурная крона. Вот. Ну и я думаю, что это дерево будет украшать нас въезд в город Анапы. Работники сферы ЖКХ и предприятия «Зеленстрой» выполняют задачу мэра города Сергея Сергеева. Реализация масштабной программы по озеленению города предусматривает высадку деревьев в центре города и в отдаленных новых районах. Запланировано озеленение на улице 40-летия Победы. Вот закончим посадку завтра. Сегодня посадим половину, завтра еще 35 штук. Вот. Затем у нас будут происходить посадки деревьев по улице Терской, от улицы Красноармейской до улицы Гребенской в количестве 22 штук. 141 липу высадили в сквере на улице Кати Соловьяновой. 22 акации поселятся на улице Терской. 18 деревьев уже получили прописку в районе Театральной площади на улице Астраханской. Наталья Пухальская, Станислав Фалько, Анапа регион.